Добрый день, проект ТВ-шанс. Рядом со мной очаровательная, обворожительная, очень талантливая певица. Участница многих конкурсов музыкальных. Ведущая прекрасная Марина Ержанова. Марина, добрый день. Добрый день, Леночка. Очень рада вновь встрече нашей с вами. Второй раз уже посещаю как бы ТВ-шанс. И привлекает вот эта вот теплота, внимание, энергия, которая как бы здесь создается, да, которая здесь создается от всех участников. Вот, поэтому очень рада и дальше тоже планирую посещать. Взаимно, Марина, тоже очень рада, что сегодня вы пришли. Какие творческие планы? Ну, творческие планы у нас как бы на будущее. Я организатор вокального коллектива «Звездопад», руководитель вокального коллектива «Звездопад», и мы уже провели немало концертов, таких вот успешных, плодотворных. Ну и дальше только хотим развиваться, развиваться и развиваться. Ездили несколько раз на гастроли, было такое. Ну и по всей Москве тоже. Да. Вот такие вот творческие планы у нас. Да, мне очень приятно, что я тоже состою в прекрасном коллективе «Звездопад». Марина, очень приятно, я очень рада. Что бы вы пожелали всем в преддверии праздника? Ну, в преддверии праздника, конечно, хочется пожелать всем, во-первых, здоровья, во-вторых, мирного неба над головой, чтобы побыстрее, конечно, закончилась эта ужасная война, которая сейчас идет, чтобы она побыстрее закончилась, чтобы все наши мужчины вернулись снова домой к своим семьям, если они есть, мамам, женам, да, здоровые, невредимые. Это, конечно, очень важно, к своим детям. И чтобы был мир над головой. Вот, в преддверии праздника. Да. Вот этого хочется очень пожелать, чтобы все побыстрее закончилось. Мира на земле. Самое главное. И что бы вы пожелали всем, кто начинает, делает первые шаги в творчестве? Вот вы, как руководитель, что бы пожелали? Это очень такой ответственный момент для каждого, кто вот для начинающего, это очень такой волнительный и ответственный момент. И я хочу сказать всем начинающим, как бы ни происходило все на сцене, как бы получалось или не получалось, ни в коем случае не опускать руки, а идти только вперед. Как говорит мой вокальный руководитель Дмитрий Николаевич Козлов, нужно спеть 100 раз неправильно, чтобы потом спеть один раз правильно. Поэтому я всем начинающим желаю только этого. Не сдаваться, а идти вперед. Вот тогда будет успех. Правильно, абсолютно верно. Вперед и только вперед. Марина, и я от себя лично, и от канала ТВ-шанс тоже желаю вам идти только вперед, успехов в сдаче экзаменов, потому что знаю, что сейчас сдаете, да, экзамены, вот, сессия сейчас у вас. Конечно же, творческих успехов, творческого полета, творческого вдохновения, замечательного лета. И с праздником, с Днем России! Ура! Спасибо большое, спасибо ТВ-шансу и до новых встреч! Да, до новых встреч!